Первоначалом ролика хочу поставить начинающий канал Саперов. Он снимает ролики по Родине РП. Всем советую, ссылочка на его канал будет в описании. Давайте его поддержим. Он играет на Южном округе. Повторюсь, ссылочка на его канал будет в описании. Сам подпишусь, буду смотреть за его развитием. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на Сиродина ролиплей Центральный округ. Мне здесь Кирилл Путбулов, и не забывайте вводить мои перестрации. Итак, сегодня снова серичка. Так, пацаны, сегодня у нас наконец-то закончится тюнинг Мерседеса. Будет финальный тюнинг, осталось поставить только одну детальку. И сегодня мы попробуем найти соперника на наш Мерседес. Погоняемся, возможно, на деньги, возможно, так для интереса, но нужно испытать его в боевых условиях, то есть с кем-то погонять. С вас обязательно лайки, ну и погнали в тюнинг. Ну что ж, вот я и приехал, в принципе. Вот, осталась только подвеска. Тут это максимальная подвеска, это то, что усиление выносливости больше хп авто до статуса макс. Стоит это 290 тысяч, у нас эти деньги есть, в принципе, покупаю. Все, пацаны, у нас теперь полный просто тюнинг. Это очень круто, на самом деле. Просто, видите, все по максимуму. Можете меня поздравить в комментариях, ну или лайкосик поставить, пацаны. Наконец-то наш Мерседесик в полном тюнинге. Теперь нужно найти какого-то соперника, который с нами погоняться, короче. Так, я тут случайно заехал в автосалон, короче, заехал. И смотрите, здесь Чирон даже по возу стоит. Я просто в шоке, блин. Как так-то, блин? Чё так в тачке обесценились? Я вот не понимаю. Даже Бугатти в госе есть. Раньше их было всего 3 штуки на сервере. И вот Мерседес есть, как у меня. Он стоит 7,6. Я просто реально в шоке. Как так тачки обесценились жестко? Пацаны, вы не представляете, насколько трудно найти соперника. Я просто уже больше часа ищу кого-то. Вон Мустанг поехал, но, блин, мне его не догнать, потому что я стоял, он пролетел мимо меня. И просто, блин, все просто не хотят никто не хочет гоняться. Я уже столько людей объездил, и нормальной машины нету даже. Вот это нормально, да? На ходовочка просто. По полю похуярил. Бля, я просто в шоке, пацаны. Серьезно, я просто не могу найти соперника. Сзади едет Ланос, но, блядь, смысл с Ланосом гонять? Я и думал, не согласится на деньги. Да это даже просто так бы проехался бы, на самом деле. Наконец-то, блин, так, Dodge SRT, давайте, не знаю, больница Арзамаса, 10 тысяч ставлю. Все, я предложил гонку. Наконец-то, хоть кто-то с нами погоняется, пацаны, с вас обязательно просто лайки. Так, сейчас надо за ним ходом сдавать рез. Оп-оп-оп-оп, пошла жара. Я никого не подрезал, пацаны, там, надеюсь, открыто, да? Блять, хуй там открыто был. Оп-оп-оп-оп, пошла, родная. Блин, он срезает, сука, так нечестно. Ну ладно. Я не буду нарушать, в принципе. Но я думаю, мы выиграем все равно. Но я нарушать не буду. Так, едем. Блин, он уже впереди по-любому, да? Да, вон он едет. Что страшного, он еще недалеко от нас уехал, поэтому... Давай, я не знаю, сколько дольше едет, но надеюсь, мы выиграем. Это будет потная гоночка, пацаны. Так, поворот. А нитро у нас нету, да? Ой-ой-ой-ой-ой, лоповушечка какая жесткая. Блять, вы это видели? Вот это жестко было, ё-моё, просто лобовуха жесткая просто. Так, и... Опа. Не, ну блин, в принципе, это было честно. Он сокращал, я объехал по-нормальному. Ну, это уже судьба, в принципе, то, что он въебался в гелик, как бы. Хотя гелик, по-моему, на встречку вылетел, если я не ошибаюсь. Ну что ж, пацаны, на этом у меня все. Блин, я потратил больше часа, чтобы найти соперника. И спасибо большое чуваку на красном додже. Так, может еще раз давайте я ему предложу. Так, и сразу сейчас нитро врубаем. Все, погнал. Просто уходим вдаль, блин. Так, давайте до казино. Но он сейчас по полю ебанет. Я что-то думаю, что он по полю ебанет. Ой-ой-ой, его развернуло. Блин, ну что-то он невезучий какой-то. Я даже его подожду. Обижаем, и я выиграл. Ну, я так и думал, что он сюда поедет. Он сюда поехал или нет? А где он делал? Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.